Здравствуйте. Сегодня на улице ко мне подошел странного вида человек в желто-коричневой одежде и показал мне черную коробку. Мне стало настолько интересно, что в ней, что мне пришлось отдать человеку паспорт, кредитную карту и две бумажки серо-зеленого цвета с портретами каких-то незнакомых мне людей. Причем бумажки человек сразу же засунул себе в нагрудный карман, сказав, что это оплата конфиденциальности. После этого он протянул мне коробку. Вот она. Судя по весу, в коробке находится как минимум 3 банки пива. И если честно, мне бы очень хотелось, чтобы в ней находилось 3 банки пива. Покрутив коробку в руках, я понял, что она не полностью черная. На обратной стороне коробки были какие-то белые символы и буквы. Что же там? Давайте откроем. Так, как открываются такого рода коробки? Никогда не делал распаковку на камеру. А, вам же не видно, как я ее режу. Я режу коробку. Так, отрезали. Нет, не отрезали. Вот это, я понимаю, упаковка. Это вам не Алиэкспресс. Хотя произведено наверняка в Китае. Интересно, у китайцев вкусное пиво? О, в коробке есть специальная мягонькая штучка. Как раз то, что мне было нужно. То, чего мне не хватало в моей жизни. Угу. И вот такой вот листик бумаги. Вам ничего не видно, но я его просто примонтирую. Также есть небольшая визитная карточка. И, собственно... Вот оно! Вот оно, к чему я шел эти 6 лет! Ребятки, девчатки, с вами был Зиг Зе Хедж. Ну, я надеюсь, что вы поняли, о чем это видео, да? Большое спасибо... большое спасибо за поддержку. Мне крайне... крайне приятно то, что я смог достичь этой цели. И, конечно же, то, что вы были со мной. С вами был Зиг Зе Хедж. Увидимся с вами сегодня вечером в 3-й серии по The Other Side. Пока!